Ребята, вот сальник, который стирает в условиях веществ, содержащих хлор. Сзади на профессиональных стиральных машинках написано, что использование хлора может привести к полному разрушению некоторых деталей стиральной машинки. И вот типичный вариант. Вот резинка, она вот просто вздулась. И вот под ней, а ну-ка, коверни, вон там вот кусочек. Вон, вот. Вот она вся, вот туда вот вода прошла. Внутри, видите, сальник сухой, вот он, сухой. И вот с обратной стороны, вот оно насквозь проело, все, и здесь уже пошла ржавчина. То есть вещества, содержащие хлор, во-первых, даже с нержавейкой вступают в реакцию, я молчу про резину. Вот она насквозь, просто съела сальник насквозь. Из-за этого вода прошла в подшипник, подшипник загудел. Вот такие вещества, вот, так, вот к чему приводит применение хлора и хлор, содержащих веществ. Теперь, ребята, не говорите мне, что я не знаю, что стирают хлором. Хлор тоже присутствует для дезинфекции, для отбеливания. Вон, хлор. Белизна. Вещество, содержащее хлор. Так что, в следующий раз, когда будете использовать хлор, содержащие вещества, вспоминайте о том, к тому, что рано или поздно вам это выльется боком, а точнее дорогостоящей заменой подшипников в вашей стиральной машинке. Вот. Все, друзья. Спасибо, что смотрели.